По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на обоих этажах. В результате пожара пострадал мужчина, 83-го года рождения, доставлен в городскую больницу. Это произошло до прибытия пожарных подразделений. В 11.52 пожару присвоен повышенный ранг номер 3. В тушении было задействовано 64 человека, 18 единиц техники. В 13.19 пожар был локализован на площади 2300 квадратных метров и в 14.42 полностью ликвидирован.